В Якутск прибыли участники межрегионального конкурса «Этнопоп-песни под одним солнцем». Это первый для республики проект с охватом сразу нескольких регионов. Его проводят при поддержке Министерства культуры, Якутского театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха». 24 ноября в спорткомплексе «Триумф» пройдет запись телеверсии. Исполнители должны спеть по 4 песни, а в январе начнутся трансляции одновременно во всех регионах, участвующих в проекте. Охват зрительской аудитории конкурса составит 13 миллионов человек. В конкурсе примут участие артисты из 11 республик. Представители 9 из них сегодня встретились с журналистами. Якутию на конкурсе представит артист-инструменталист Айсен Амосов. Во-первых, я не первый раз на гостеприимной земле Якутии. Я был на концерте Владлены Бурнашовой, Сахаи. И, конечно, от конкурса, от фестиваля в первую очередь жду новых впечатлений, новых знакомств. И то, что Республика Саха-Якутия объединяет 11 регионов России под одним солнцем, это, конечно, большое мероприятие не только в вашей республике, но и по всей России.